Всем привет! В этом видео я покажу, как получить отличного лекаря игуменью в игре Raid Shadow Legends. Это ссылка с бонусом, которая позволит вам получить этого героя на старте и много полезных сюрпризов. Я покажу, как ее получить и расскажу, почему это хороший герой. Итак, начнем. Игуменья Рейд – это редкий персонаж, которого можно достать из осколков и за некоторое событие. Этот герой отлично лечит союзников, накладывает дебаф атаки и дает регенерацию. Я предлагаю получить вам этого героя в 2021 году просто за регистрацию, бесплатно. Но есть важный момент – получить бонусы можно только если регистрироваться через ПК, так вы 100% получите бонус. Просто устанавливая рейд через лаунчер Plarium Play, вы потом сможете играть на одном и том же аккаунте и на ПК, и на телефоне. Игра мультиплатформенная. Итак, что делать, чтобы получить игуменью? В первых строках описания есть Raid Shadow Legends ссылка с бонусом. Открываем ее. При переходе вы попадаете на официальный сайт игры. Для начала выберите ваш пол, тут их два, затем выберите персонажа, маг или воин, и подтвердите, что вам есть 18 лет. Просто жмите на красную кнопку. Затем нам нужно зарегистрироваться. Заполняете форму регистрации. Сперва придумайте никнейм, чтобы он был уникальным, затем придумайте сложный пароль, чтобы никто не взломал, и самое последнее – это ваша электронная почта. Если ее нет, то ее нужно создать в Гугле, Яндексе или Mail.ru. На ваш ПК будет скачан лаунчер Plarium Play, который нужен для того, чтобы игра установилась и работала. Заходим в игру. Первое, что стоит сделать, это пройти обучение, которое покажет вам, как все происходит в игре. И теперь я покажу, как забрать героя, что вообще нужно делать. Открываем боковое меню, раздел промокоды. И здесь вводим вот этот промокод RAIDRPG21. Он продублирован в описании и на экране. Этот код даст вам героя, 300 тысяч серебра и 3 курицы, чтобы прокачать игуменью. Бонусы лежат на почте и ждут вас. В Рейд Игумения это редкий герой стихии энергии. При правильной прокачке она очень хорошо исцеляет и больно бьет с дебафами. Это герой поддержки, который поможет вам в прохождении боссов, арене и так далее. Судя из оценок пользователей, героиня крайне полезна в клановых битвах, в компании, на арене в защите и в подземельях. Но этот герой долго не проживет на той же паучихе или лава рыцаря. Первая способность атакует врага молнией и накладывает штраф к атаке. Вторая способность лечит союзника на 30% от своего максимального хп и дает щит. Третья, последняя способность дает регенерацию на всю команду и дает небольшой щиток. Крайне хороший герой поддержки. Одевать советую в комплект скорости и на здоровье, поскольку размер исцеления зависит от количества здоровья героя. Скорость ей нужна, чтобы ходить первой в начале раунда, чтобы исцелить союзников и использовать способности, когда нужно. Вначале вам дадут сет на здоровье за прохождение второй главы. Одеваем 4 части, и потом у вас будет сет на скорость. Одеваете 2 штучки. Вот и все, персонаж заряжен. Тратить книги на прокачку талантов можно. Вообще в них есть смысл, если вам повезет и вы получите увеличенный размер исцеления. Тогда будет отлично, но я бы лучше сливал книжки в Каэля. А так, если у вас уже все прокачано, то сэкономьте на более полезных героев. Самые основные таланты для игуменьи в рейд вот на экране. Это билд на максимальную поддержку, чтобы эффект от хила был как можно больше. С таким билдом герой будет незаменимым во многих активностях. Учитывая размер хила, она даже круче, чем боевая жрица, которую тоже дают в начале игры. Главные характеристики для прокачки игуменьи – это скорость, чтобы ходить как можно чаще, здоровье, чтобы увеличить размер исцеления, ну и атака не помешает, чтобы очень больно кусать врага. Для защиты на арену очень рекомендую, она дает выживаемости и будет поддерживать группу в стабильном состоянии. Вот в принципе и все основные моменты я рассказал, теперь вы примерно понимаете, как качать игуменью в рейде, ее преимущества и фишки. Не забывайте, чтобы получить героя в Raid Shadow Legends, ссылка с бонусом всегда будет в описании. Промокод сразу же под ссылкой. Переходите и забирайте крутого героя в свою коллекцию. На этом все, вам спасибо, что смотрели, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и да пребудет с вами Шара.